Всех приветствую! Сегодня у нас очередная гравировка ножа. Если вы смотрели предыдущую часть, мы гравировали нож, вот такой вот, дешевенький. Он у меня был в собранном состоянии. И у нас была другая гравировочка. Поэтому я его разобрал, переполировал до блеска. Теперь у нас полностью блестит. Если раньше у нас была матовая часть, вот эта вот обуха, то теперь у нас полностью он зеркальный. И вот такую вот я сделал гравировочку. Сказать, переделал. Ну а теперь в сегодняшней части будем делать обратную сторону. Для начала нужно будет карандашом нанести узор. Сейчас все это я сделаю и вам покажу. Итак, ребята, нацарапал я узор, вывел карандашом обычным и потом нацарапал вот таким вот победитовым стержнем, вставленным в ручку. Не знаю, будет вам видно, слабенько, но видно узор. Сейчас я пройдусь алмазной насадочкой, вот такой вот тоненькой, контуры обведу и покажу, как оно будет смотреться на первоначальной стадии гравировки. Итак, вывели мы грани на нашем ноже. Вот так вот все это смотрится. Теперь нужно будет сделать фон. То есть пройтись алмазной насадочкой вот в этих вот местах. Не знаю, попробую вам показать на камеру, будет ли вам видно и будет ли мне удобно так делать, поскольку приходится все это дело делать, уткнувшись носом в нож. Так что посмотрим. Буду делать вот такой вот уже насадочкой, не острый, у нее кончик закруглен. Сейчас чуть-чуть вам покажу. Вот что у нас получается. Так вроде бы лучше видно.
В общем, сейчас я доделаю и покажу уже окончательную работу. Кстати, еще будем делать гравировку вот на этой детали. Как видите, вчера я делал на вот этой, получилось не очень красиво. Ну ничего, это я дело подправлю. А на этой постараемся уже сделать покрасивее. Смотрим дальше. Закончил я гравировать наше лезвие, отполировал его войлочным диском и пастогоя. И вот что у нас получилось. Как по мне, так вообще супер, если учитывать, что это я всего лишь второй раз гравировал именно на металле. Будем продолжать дальше тренироваться. Это довольно-таки увлекательный процесс. Кому интересно, можете посмотреть первое видео про этот нож. Какой он был тогда, какой сейчас стал. Как по мне, все супер. Ну, лично мне нравится. У каждого свои вкусы. Как говорится, на вкус цвет товарища нет. Итак, продолжим дальше. У нас еще осталась вот эта вот деталь. Буду гравировать на ней так же самое, как и здесь. Если вчера я гравировал на вот этой вот детали, делал рисунок не выпуклый, а наоборот, вовнутрь, так сказать, впуклый, то на этой я буду так же самое делать, как и на лезвие ножа. Сделаю гравировочку, покажу вам, соберу нож и покажу, как он будет смотреться в собранном состоянии. Смотрим дальше, что получится. Итак, подводим итоги нашей проделанной работы. Вот что получилось. На все про все ушло около 3-4 часов. Если взять в сумме вчерашний день. Да, где-то примерно так. Довольно-таки необычно смотрится. Итак. У меня еще есть вот такое вот перышко. Думаю, в следующем видео буду показывать, как я его буду реставрировать. Хочу отполировать, зачистить, отполировать и попробовать вытравить на нем узоры. Также у меня есть вот такой вот тесачок, который я когда-то делал, вырезал из металла. Я на нем уже пробовал травление, но хочу все это дело переделать. Так что, ребята, кому интересно, подписываемся на мой канал, комментируем видео. В своих видео я показываю гравировку не только на металле, также показываю гравировку на стекле, дереве. В общем, всем спасибо за внимание, всем пока!